Мои дорогие, привет, как у вас дела? Ой, Маша попрыгала на скакалке. Ой, боже мой, отдышаться до сих пор не могу. Представляете, сколько не прыгала. Ой, испортилась дама. Короче, пришла посылка. Вот такая распаковка посылочки от марки Харемс. Вот. Ну, давайте будем смотреть вместе. Я ее все равно буду переотправлять, поэтому я ее решила открыть. Еще надо туда доложить совсем другую продукцию, тоже заказ. Это заказ, девчонки. Вы знаете, что я продаю эту марку. Харемс. Отправляю во все страны, куда можно отправлять жидкость. Но в данный момент это также карго будет отправка, если в Россию, то за килограмм 7 евро. А если Украина, за килограмм 3 доллара берут. Вот. Так что, если хотите, заказывайте. Продукция действительно хорошая. Мне она очень нравится, меня очень устраивает. Ой, подарок отправили. Так. Вот такая косметика. Так, пчелорам, насосанс мировала. My dear, hello, how are you? Косметик Харемс. Супер. Biliyorsunuz bunu. Bunu kullanıyorum ben de. Hem de Kore malını kullanıyorum. Hem de başkaları da var. Yani. Güzel. Ürün güzel. Faydalı. Ben onu kendim yapıyorum. O yüzden eminim. Kullanıyorum. Вот. Это у нас маска. Рисовая маска. Для лица. Супер. Отбеливает и избавляет от мимических морщин. Хорошо помогает. Рисовая маска. Так, у меня заказ, их две штучки. Это у нас вокруг глаз крем, вот такой, 20 миллиграммов. Если хотите, можете цены спрашивать по WhatsApp, без проблем. Отправлю тоже без проблем. Так, пчелорам, istesemiz buyurun, size de sipariş verebilirim. Вокруг глаз действует хорошо, вам скажу. Убирает все синяки, плюс мимические морщины, сокращает. Эффект хороший. Я сразу купила себе коробку, потому что я его пользуюсь практически каждый день. И купила себе целую коробку, в коробке 6 штук. Вот у меня еще одна штука осталась. Одна уже заканчивается, предпоследняя. Хороший крем. Рекомендую. Вот. Это продолжение у нас маска. Вторая маска для лица. Также у нас... Так, это... Вот так. Также у нас на рисовой основе крем. Хотите, я вам так покажу, да? Крем для лица. Pirinç maskası ve pirinç kremi. Çok güzel. Также есть эффект отбеливания. Ну, вы знаете, если это связано с рисом, у него есть эффект отбеливания. Вот. И также он ложится плотно. И вообще, я когда им пользуюсь, я не пользуюсь основой под макияж, потому что он как бы как два в одном. Вот. Еще один такой же кремик заказали. И также у нас есть вот такой крем от пигментации от веснушек. Хороший. Хороший. Так. Органовое. Здесь органовое масло есть. Kırışık için hem de leke için. Leke için fazlası. Kırışık da var burada. İşte yaşlandırıyor. Çok güzel krema. Ben de kullandım bunu.
хороший крем. Вот. Ну и я как у них постоянный покупатель, вообще они мне отправляют тоже небольшие подарки при заказах. Вот. Из уважения ко мне я им благодарна, и они меня хорошо уже знают, и я работаю с ними сколько? Почти 2 года, наверное, даже, или 2 года. Даже не помню. Вот, и как бы за их хорошее, доброе отношение ко мне, и молодцы, конечно, они мне дарят подарки. Вот, подарки они мне дарят за мой заказ. Вот такой кремик подарили на оливковом масле. Крем для рук он считается. Питательный крем. И также они мне подарили лосьон для тела. Вот такой. Они у них вообще суперные. Я вот не знаю, сколько пробовала, девчонки. Вот именно турецкая продукция, то есть, которая выпускается в Турции, может быть, они и с другими фабриками, да, с другими странами тоже, может быть, у них есть какие-то сотрудничества. Я не знаю, но действительно, вот именно марка Харемс, я ею довольна на все 100. И все, что у них есть. Ой, секундочку. Ой, pardon. Все, что у них есть, оно соответствует вообще и цене, и качеству, и отлично. Марка отличная, она как бы есть марки, которые, да, но марка же это все-таки, да, она должна как-то немножко себя, ну, как оправдывать, да. Но есть такие марки, которые просто марка, да, не оправдывает себя. Я не хвалю Харемс, я его просто пользуюсь сама. И так как я работаю в сфере косметики и знаю очень много разных кремов и всего-всего, я уже за свои года перепробовала практически все. Вот честно вам скажу. Как что-то вот появляется, выходит, я все пробовала. Вот, поэтому я рекомендую. Это проверенная марка, я ею пользуюсь. И мне она очень нравится. И у нее есть эффект. Вот результат есть. Поэтому, если желаете, пожалуйста. Так, пчелорам, Харемс марканың ürünleri muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ben kendim kullanıyorum. Hem de çok memnunum. Bunlar bile 2 sene çalışıyorum. Yani beni biliyorlar. Çok sattım bu malını. Çok sattım. Hala satıyorum. Hala sipariş veriyor bana. Hem de недавно у меня была отправка в Украину, кстати. Aha, спасибо большое. Вот. Отправляла. Девочка довольна. Она уже вторично или второй раз вроде бы у меня заказывает. И довольна абсолютно. Она заказывала только крема. В этот раз вот крема есть. Ну, вот эти, да, на рисовой основе. И так она заказала где-то их 7 видов, что ли. Вот. И я ей отправила. Довольна. Слава Богу, довольна. Да, и она знает, что это. Все, кто пробовал, он обязательно начнет заказывать и постоянно это делает. И мыло у них, это что-то. Я люблю их мыло. В прошлый раз, когда у меня вот был заказ, они мне отправили мыло в подарок. 2 или 3 мыла в подарок отправили. Вот. И я, в принципе, вообще ихним отношением очень довольна. Вообще молодцы, очень благодарю их. И мыло у них, вы знаете, никак, да. Я не буду говорить марки других производителей мыла, чтобы не обижать их. Но именно этой марки мыло, оно экономичное, оно хватает надолго, пенится, пахнет, это вообще что-то. Вот на самом деле шикарное мыло. Я люблю их мыло, и у меня там штук где-то, наверное, 40 есть, как бы я и продаю, и сама пользуюсь, и шампуни ихние тоже. Шампуни надо всегда выбирать относительно своих волос, конечно, то, что иначе не будет чувствоваться никакого эффекта.
Например, моей дочке шампунь не подходит, там есть козье молоко, ей абсолютно не подходит. А мне оно как-то подходит. Шампунь авокадо есть на основе авокадо, но он просто шикарный. И на основе органо есть тоже шикарный, вообще супер. Мне нравится. Также немножко пользуешься, и уже эффект такой, ну как пенится хорошо, прям вот этот запах, пена, это что-то. Вот. Takipçilerim, kendim de kullanıyorum diyorum bunlardan. Hem de sipariş veriyorlar, gönderiyorum yurt dışına. Hepsi memnun. O yüzden sizi de yani siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz sabunu da çok güzel. Fiyatları biraz arttı, biraz yani, ama yani iyi fiyatı. Hak ediyor çünkü. Ürün de çok güzel. Ну вот, сделали маленькую распаковочку. Теперь продолжим, да? Будет после этого, конечно, что-нибудь у нас и меловое. А так, вообще любая распаковка, вот честно, девчонки, любая распаковка, это такое, знаете, вот какое-то радостное, вот и раньше, да, как в детстве, помните, это, ну кто там, в советское время. Вот немножко что-то там папа или мама принесет, да, но такое, чтобы, ну, у нас же было в советское время там вот эти вот даже мандаринки, да, но они не были роскошью, да, и не были так свободно, вот так не продавали их, как в Турции здесь, да, вообще. И вообще сейчас-то все свободно стало, но раньше такого не было. И по детству я помню, даже папа мне нам приносил мандаринки, ой, мы с братишкой на седьмом небе отчасти были, вы знаете, просто. А сейчас-то все есть, да, все есть. Слава Аллаху, конечно. Но вот это ощущение радости, то есть, которое было тогда, да, и вот такое же ощущение радости, когда ты распаковываешь что-нибудь, хоть что, но когда ты мел распаковываешь, это, конечно, вообще ураган. Чувство такое, да, вот прям, я не знаю, там внутри какие-то прям и шарики, и пузырьки как будто лопаются, и бабочки летают, в общем, все. Также и эта распаковка была очень, мне прям так вдохновила. Было очень приятно, что они не забывают про меня. Но я им делаю периодический заказ, поэтому они меня хорошо знают. Вот. Ну ладно тогда, дорогие мои, не буду задерживать. Увидимся на меловом. Так, пчелоров. Görüşürüz. Hoşça kal. İsterseniz sipariş verebilirsiniz. Девчонки, кто желает, можете заказывать. Вот. Будьте довольны. Я не думаю, что ни один человек, который попользовался этой продукцией, Харемс, он вторично обязательно возьмет и будет продолжать пользоваться ею. Если цены, конечно, его устроят. Вот. Ну ладно. Пока-пока. Счастливо. Давайте увидимся. В меловом, да? Bye-bye. Thank you. Хочешь кал тянуть? Привет, мои дорогие. Сегодня мы будем делать крем. Меловой крем. Так, пчелора мерабалар. Бегем без. Крем я пачас. Хэмдэ курабье я пачас. Майяр, hello. Крем будет у нас из молотого мела воздушный. Открываем. Один килограмм здесь. Майяр. Крем. Чалк. Чалк воздушный. Воздушный все на воздушил здесь, прям я не знаю. То есть будем делать печенюшки. Чалк
воздушный. Как пудра, пудра гибель. Зависим. Canların bu tebeşirinin tozu. Şu toz bile böyle yaptık. Şimdi сделаем плиточку и посушим. Также приготовила уральские чипсики. Вот такая дощечка. Немного, чтобы не прилипало к рукам. Да, бирас. Или мы заебшимся.
Чигирде. Сделаем массу тугую, потому что когда она высохнет, посмотрите, какая эластичная, прям вообще красотка. Лепи, что хочешь. Как прекрасно она лепится. Можно сделать вот такие глиномелы, да, были. Сейчас у нас будет вот так вот можно посушить. Посмотрите, какая прелесть. Какая идеальная масса, гладкая, шикарная. Посмотрите, идеальная. Были. Bizim güzel tebeşirlerimiz. Tebeşirin tozu da. Çok güzel. Bu şekilde yapıyoruz. Вот такие будут у нас. Красотулечки. Очень приятно, очень приятно лепить. Ручной работы. Ручной работы все стоит очень дорого, девочки, вы знаете. Так что разные, разные
поплотнее были. Разные. Посмотрим, что у нас из них получится. Так, здесь у нас посуша. Чуть-чуть добавим. Гладкая. Какая приятная. Обалдеть, просто обалдеть. А из этой мерки мы сделаем плиточку такую. А как пахнет? Кокосы. Мелкобрусок. Сделаем мелкобрусок.
Маша мастерица. Просто. Просто мастерица. Мастерила тут. Намастерила. Так. Крупно положим сюда. Красота, да. Лепота. Вот так. Будем ждать, когда высохнет. Потом будем кушать. Takipçilerim, böyle yaptım. Şimdi bekleyeceğiz. Ne zaman kuracak? Sonra yiyeceğiz sizle beraber. Эти сделала простенькие. Это уже вместе с уральские чипсы. Не обсыпались. Пусть приклеится. Bye-bye. Ставьте лайки, подписывайтесь. Takipçilerim, abone olun. Bye-bye.